Продолжаем работать на огородике у нас тут. Сейчас вот решили на отдых сходить и немножко прогуляться, чтобы отдохнуть там в тенечке. Ну, вообще работу показать, которую мы сделали в том году для ребят. Наши посадочные ветлы дали ростки. Тут кое-какие ветлы садили, они дали ростки вот, вот эти вот. Там мы с братьями сажали. Да? Да, просто вкапывали и все, напили на столбушке. Застряли их. Вот они, кто ближе к воде, они проросли. А некоторые засохли почему-то. Не смогли выжить. Вот это тоже столбушки все. Вот они как хорошо проросли. Видно, что он спиленные. Вот мы их вбивали туда. Ну, не дали. Ну, давай, Володя, все, рассказывай. А это все машина на себе? Трактор. Ну, да. Вот сюда, чтобы я получил комбайн драглайн, этот экскаватор, загнать. Вот он вышел, вот там серпал, вот туда вывалил. Чаечка летит. Вот видно, забивали. Да. Я на лепешку наступил. А? Я на лепешку наступил. Да что, тут коровы были, что ли? Видно, да. Откуда бы они тут могли быть? Там лепешка. Ну не смотрят, он их играет, пасут. Посмотри, что здесь. У нас здесь солома в запасе. Ого-го, не упади. Тут может быть крепко держи. Если бера вот нога провалится, вот надо убрать. Суки. Давай. Ого-го, они напилили и бросили. Да как же так это? Вот еще тут шерсть забивали, где что промыло. Это они шерсти навалили столько. Да. Глянь. Бараны, кажется, так а что они тут? Вода протекала, что ли? Да. В трех местах. Здесь? Да. Да как она это, прогрызли бобры? Ну, даже непонятно, вроде бы да, бобры там в конце, а здесь, я не знаю, то ли промыло, то ли что. Ты не забывай, где мы намаскать лопату-то? А где? Я уже забыл, где она. А я несколько раз тогда спрашивал. Посмотри, там какая глубина. Вот здесь вы сейчас подойдете, гляньте. А вот здесь как раз был сток, бетонный желоб. Вот. Посмотри, какая глубина. Ну сколько тут? Метра четыре больше. Ну больше, да. Больше, может, метра пять. Держи. А да, был раньше первый сток, который бетонный был здесь. А сейчас ничего нет? Сток? Нет, его забили сейчас. Блин, не рви ничего.
какой-нибудь. Нет, тогда вода, когда падала, она вылетела в яму. Привести и забить. Вон она, видишь сколько. Надо как-то посчитать было бы сколько. И сотни три есть. Ага. Тут более-менее чисто. А это вот отпил в прошлом году от этих. О, упала какая. Ну а что там? Там если это пилить пилой, тепло будет, и вытащить. Вытащить ее можно. Как она, интересно, отпилена была, упала или еще? Как мы здесь работали осенью? Я надорвался, у меня кровь шла так нутром. Сейчас смотри, Володя, ты укрепил, горбом целая. Да. Ну вот смотри, еще здесь есть. Насколько выше доски держатся. Ну тут помаленьку сочится. Вон вода идет где. На верхней доске мы ничего не сделали, чтобы задержать воду. Да и того, это родники так бьют. Подняли на сколько тут? На 2, на 3 доски. Здорово. Это четвертая сухая. Кто хочет по этому пройти туда? Давай. По доске. Ну, пойди только. Вот это направо, на нее можно вынуть ступать. Давайте. Потихоньку. Направо, которое есть, туда. Очень просто. Да. О! А там, видишь, загородили, что скотина пойдет, чтобы не упала. Так просто, как на рыжку. Прям там же. И куда вода поднялась? Ой-ой-ой. Там она никогда не была. Когда мы вот это делали, вот этот желоб, вон дерево, которое внизу, она была выше воды. Да? Да. Это вся вода прибыла. Зеркало называется, внешняя поверхность зеркала. Сильно увеличилось. А вот здесь она где течет, тут тоже огорожено, чтобы оттуда скотина не вышла. А вон работа бобра. Вон. Ох ты, глянь, что творит. Это он тут творит. Гляди, не как он отгрыз не его. Не вот работник. И никак не узнаешь, где он живет. А вон где мы были, вон тележка наша. Интересно? Не было воды, когда мы приехали первый год, а тут чуть-чуть только было. Крещение даже нельзя было принимать, ходили на второй год, уже не было крещения. А сейчас тут... То ли она вон куда наклоненная была, как он ее свалил-то? Я тебя обглодал пеньки-то все. Смотри, как мы здесь сделали, да? Поднять можно. Больше не надо ни грамма. Кусают, кусают они. Идет вода там, нет? Да. Да. Лечайком. Вон отсюда землю собрали, вон.
желтое это все. И вот тут он нагрузил. Вот откуда дамбу создал. Вот так он заходил, а теперь здесь он здесь. Вот, вот. Прямо сюда. Вон зеленый островок красивый. Вот. Что охотится там, курить запрещается. Ну что сказать. Отличная доска вот лежит. Эта доска, знаешь, она, видать, от пирса. Откуда она такая? Какая интересная работа для будущего. А вот не смотреть, один год прорвет, дальше уже ничего и не будет. Это везде так. Благословенный Господь дает, говорит, сынам человеческим потрудиться, попотеть. Что на там? Ну еще, давайте здесь помолимся, поблагодарим Бога. Восток там, храм там. Господи, Боже наш, слава Тебе. Боже всемогущий, хвала Тебе. Благослови эти воды и землю, все, что здесь есть. И сохрани от повреждений недобрыми людьми и зверями. И нас помилуй милости Твоей ради. Господи, ожесточившееся сердце Максима умягчи, расположи его к нам, не дай ему погибнуть. И некогда сказал Моисею, иди к фараону, а я ожесточу сердце его. Не это ли совершается ныне? Жалься над ним, Владыка. И сохрани наше достояние, наши труды здесь, где был лагерь. Чтобы многие могли через это научиться, как жить и в бедности, не нарушая заповеди Твои. Боже, хвала Тебе и слава, честь и поклонение, единосущная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот так, сейчас придем. Что мы первым делом сделаем на съемке? Нет, ой, комаров. Взял лопату, теперь бери лопату на ты. Прося. Косится на лопату стоит. Глаза скосила. Сказал, ты дай я, опереться можно. А ты мне, беточка, дарви травы. И дядя Володя, иди сзади отгоняй. Ну да. А то ты выслёшишь, как в бане. Там растет деревья, где наши, не трогать. Крапиву уж лучше не бери место. По-моему, не проживало. Они просто пришли сюда. Заметили нору. Деревья убрали все. Ну что, Володя, вспомни, как молотили мы тут. Да, конечно. Такое не забывается. Тут хорошо носил. Иосиф помогал. А? Иосиф помогал. Иосиф помогал. Володя Плотников помогал. Никита Устинов помогал. А вот эти вот привозили, которые, это Роман Малыш помогал, на машине подвозил. Вот, деревья. Ого. Тут приходили, шкурили вся деревня, тетя Люба, баба Валя, дядя Володя Устинов. Все, самые маленькие, все работали. А, кровь разогнать, я понял. Так, отскажи назад, вернитесь сейчас, поврось друг от друга. Вот это называется лая. Одна, вторая, третья. Первую начните, вот так по порядку считайте, вернитесь назад. Друг от друга только подальше идите. Давай, и... давай сюда. Не разговаривайте молча. И все, вот так идешь, вот так смотри, наклоняйтесь, смотрите, чтобы не пропустить. Интересно. Пойдемте. Сейчас подождем. Как мы их забивали? Там корни не пропускают. Интересно, вот норы нигде не видать. Вымощенные, как вон те столбы на первом мостике, в растворе известки. А так что,
так крязутые шпалы, в горящие они там пускают бассейн. А мы еще тут мазнули маленько. Мы все равно маленько запах-то есть. Володя тут это, распоряжался. Так, уходим, а ему мешать будем. Шампунь раньше была. Шампунь, так что, бобер что ли? Мысо. Может, что-то в ней приносили какую-нибудь мазь. Утроки наши считают. Нравится. Что там? А? Что там случилось? Где? Там. Ну вот эта нора туда идет, видать. Тут уж мы не могли забить сваи здесь. Он тут и нашел. И вот она где, прорыв-то был. Где сваи осмоленные друг другу-то, он не посмел. Ему не зубы жалко было. Дети не посчитают, тут побоятся подойти. Они со страхом как-то трудно. Мне кажется, они наоборот. Да они наоборот в радость будет, если они плюхнутся. Да, они побоятся, а подойдут и плюхнут. Смотри, остались деревья. Бегла. Говорят, если вы упадете в воду, вот для вас это удовольствие будет. Да, Нестор? Только не в коряге.
Да там нет, она не зайдет. Вот здесь она заходит. Да. Надо перегораживать. Да как? Мне же четыре ноги. Что там? Четырехприводная. И такая голова с таким мозгом большим. Она говорит, они друг дружку подсадили. Все, давайте, выходите по одному. Нестор, ты что там, благословляешь? Нет, ты эти-то не считай. Которые сваи забитые, а которые посажены в их... Я не знаю, надо, не надо. Кто его знает. О, теперь вдвоем четыре пока. Нет, все вдвоем. И размазали по всей дороге, чтобы нам тоже было все пройти. Миленько. Че, блин, иди. Там грязно. Ну что грязно? Вот. Месила руками, тут грязно стало. Так это с руками. Нестор, тебе поставили меня. Благословлять. Благословлять. О, хороший веничек. Хороший поливищик тоже. Сколько насчитала? 377. Сколько? 377. Запомни, а ты? 406. 376? 406. На 100 разница, а у тебя? 411. Это не то считать. На бумажке запомните сколько, запишем, посмотрим. И возьмем среднее. Ну если ты насчитал 411, ты ошибся? А Фрося 406, а это 377. А это? 377, вот, Полин. 406. 401. С ним ближе всего. Да. Ну, пожалуй, так надо сделать. Еще слабо-то. В общем, где-то в районе 400. Я считала, которые были хорошие. Надо на лодочку подъехать, вот сводки можно сосчитать. Вот это надо сделать будет. Подъехать аккуратненько, не напороться на сучки. Ну, воскресенье, напомните. Вот которые, вон под кустами, которые, вы их не могли видеть никак. Вот они, под зеленые. Вы туда не могли склониться. А тут можно все взять с собой еще два человека, а чтобы они считали. Ну, пошли. Видите, пробилось на пальцы. А зачем я взял-то? Не-не-не, куда вы? Туда, где туалет. Теперь чем бобер будет мыться? Будет грязный бобер у нас. Она же делала то, что это же пластмасса, она же не гниет. Ну да, еще и гниенько. Боже, помяю гидрологию. Все, разведите грязный. По-моему, он вас не благословляет, а хлещет. Он правильно делает. Все, Нестор, хватай. Хватит. Хватит. Увлекся уже. Эй, а меня зачем? Тебя давай лупи. Не покори его. Гляньте, что оба вата?
Я никак не могу попасть. Давай, край, пушили. Вот, лови меня. Давай я в Нестор. Я готова. Нестор. Рося еще приговаривает, раб ничего не стоящий. О, там идет. Что-то уже без кепки. Ладно, Полина, хватит, пожалейте Нестора. Добрый день. О, бой, что с тобой делаешь? Ты что лезешь-то? Ты зачем с чужим собакам-то лезешь? Есть. Глупость, что ли, совсем? Нестор, уйди оттуда лучше. Ой, сунулась. Я тапок потерял. Ты, Марина, никогда не позволяй чужим собакам лазить. Гулял. Ну-ка, видите, он сейчас залаял. Он если идет рядом, она команды понимает, охраняем. Она будет кусать с других, значит. Ой, наглотался грязи-то. Смотри, чтобы он отдельно не бегал, он надо зерышку взять-то. Он опять отпустил его. Давай ко мне. Ну что, все, пошли на работу. А, воды попить? Ну пойдем попьем. Пойдемте. Я от отдыха больше устал, чем от работы. Вот, никогда не отдыхать. Да. Какой-то неправильный вывод. Очень неправильный вывод. Да. Так, ногами не вставай на скамейке, там сидят. В тапочках тем более. А куда лопату? Там где-нибудь в огороде воткнуть. Она нам для чего была наклонена? Она здешняя. Так, все, Володенька. Ага. Давайте попьем. Вон, доставай в рюкзаке, Марин, воду красную. А мут, которая мутноватая, это Игнатьевна вообще, березовская. Давай, где вода, доставай. Там кружка одна есть. У меня там. Вот так. Давай. Это? Да, это моя. Березовка. Так. Давайте пейте и уходим. Куда? 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 На работу куда? 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 И куда? 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 Где вы бьете? Дядя вам будет. А, на, спрячь туда похолоднее. Куда похолоднее? Куда похолоднее? Нет, просто она не стекающий по бороде, по бороде, да? По усам стекло. По ароновой. По ароновой. Какой псалом, Ефросинья? Ну, вы же пели на кострах, на да, кострах. Не мы, один год. Дядя Витя и дядя Игорь. Вита тоже попела. И уходим. Скорее, иди. Травой руки оботри с молитвой. 132-й псалом. Мне плесника на руки, на руки. Потому что она у меня попала там, это какая-то пахнет. Все. Мы не знаем, что там было. Я рукавички постирал. Все, хватит. Этот сказал, что шампунь. Я и взял. Думаю, а может кому нужна будет. Я сказал, из-под шампуни. Из-под шампуни. Из-под шампуни. Это тогда ты прав. Да, что я глупо сделал. Теперь было бы нечем мыться. Может быть, это масло было пилу. Гляди, куда пошел. Он Сережка бежит. Ну, вон за кустом, за кустом, за кустом, вон, за тем. За каким? Он туда побежал. А я не вижу его. Да. А, вон. Вон он везде, вон поднялся. Вижу. Ага, вижу.
Вон собака, видно? Вот сюда поднимись повыше. Да, Коля. Он будет теперь бегать. А что он там в руке нет? У него же ничего не было. У него там корм вроде как. Бутылка какая? Бутылка у него там. Слышь, как один, он по степи бегает, ему нужды нет. Он. Притом размышления у него божественных, я не знаю, бывает или нет. Он ворона на березе сидит. Собака бежит, и он. Ну все, еще будем дальше работать? Да. Давайте. Хоть часок-то еще надо поработать. Да, надо. Надо. Мы еще останемся с Нестором, тут надо будет полить все и засыпать соломой. Ну ладно, давай, ты делай еще. А я-то что тут делать? Я не нужен совсем. Да, вы не нужны. Я ушел тогда. С Богом. Спаси Христос за помощь. Слава Христу. Все, прячь.